Ростов-на-Дону. Наши дни. В одном из рабочих спальных районов на юго-западе города, окрещенного жителями ЮЗ, кипит жизнь. Местная группировка молодых парней то и дело меряется силой с ровесниками из блатного центра. Ну а взрослые хозяева районов ворочают делами посерьезнее. Равиль – молодой программист, живущий на ЮЗе. Окончив техникум, парень мечтает уехать в США и там заниматься любимым делом. В ожидании гранта Равиль подрабатывает курьером. Однако молодого романтика манит соблазн быстрых криминальных денег. Чтобы осуществить заветную мечту о другой жизни и завоевать сердце юной красотки Элли из района богачей, Равиль вступает на скользкий путь.